риски какие-то, да, я понял. Получается, когда ты думаешь головой, у тебя голова болит. В следующем раунде, если ты сделаешь минус 8, я доначу тебе 8 тысяч. Брось, я включил полет, летай. Привет, я Шок. И сегодня ты увидишь, как мы играли с Дойсей интересные карты. Что такое интересные карты? Это зеркальные. То есть обычная карта, но зеркальная. Кажется обычно, но нет. У тебя будет болеть голова максимально. Ты не будешь понимать, что происходит. Твой мозг скажет тебе пока. Также мы сыграли на мини-картах, где ты размером в ворота. Сыграли на картах 2014 года, 2015 года. Ну и на старых картах из 1.6. В общем, сегодня вас ждет интересный ролик с Дойсей. Поэтому приступаем к просмотру. Не забываем про лайки, это важно. Ну а мы полетели. Если что, все, что мы будем сегодня делать, это находится на Сабишоке в режиме паблик. Вот те же официальные мапы, те же старые карты, те же кастомные. Туда входит и зеркалка, и мини-карта, АВП-карты и АВП-лега 2. То есть все карты, которые сегодня вы увидите в ролике, они в режиме паблик. Поэтому вы можете бесплатно поиграть, это нон-прайм. Кайфуете? Дуся, ну что ж, я тебя сейчас буду мучить. Давай. Сейчас я тебе покажу нашу новую карту. Поэтому пойдем на карту DAS-2. Она немножечко будет отличаться от обычной. И вот немножечко. Ты должен понять, что именно. Зеркало. По названию сразу понятно, что происходит. 200 IQ. Не просто так. Не просто так граффити делали. Так, что такое? Нихуя себе. Материться же можем? Да, конечно, дружище. Вообще. Это пиздец. Короче, какая тут тема есть? Чтобы понять, как здесь играть, нужно забыть, что ты знаешь эту карту. Играя эту карту, будто это что-то новое. И учись просто этому, и все. Оу. Вот и все. Она, кстати, как будто поменьше. Мы скоро пойдем на ту карту, которая поменьше, бро. Слушай, даст? Даст более-менее, но карта... На пальме. Даст все-таки карта такая... Одинаково, симметричная. Вот сейчас пойдем к Мираж тот же. Там на Мираже будет противно, очень. Ой, бля. Слушай, я не знаю, почему Эрика тошнит, но у меня все адекватно. У тебя голова не болит? Нет, бро. У меня уже болит. Я типа... Подожди, вот тут прямо красиво. Сзади. То есть у тебя есть проблемы с тошнотой? Не, у меня ничего такого нет. Я понял, на виски. У меня нормально. На виски падает, что? На виски кем-то давит, понял. Получается, когда ты думаешь головой, у тебя голова болит? Да. У тебя часто голова болит? Да. Он же часто думает. Да помогай, Пеппа. Свинота, давай. Но как сама карта, если забыть старый Мираж, то она поприкольнее, чем даст. То есть, какая для тебя лучшая карта? Где больше выигрываешь? Не знаю. Больше всего просто Мираж играю. Потому что ППЛ это тупо Мираж. Так, по Инферно, что я могу сказать? Я сейчас на Б пойду, да? Что, подожди, Слушай, Инферно для меня сейчас сложно. Слушай, я примерно так себя чувствовал в нашем матче против Нави, когда мы играли в 1.6. Карта примерно похожая, примерно понимаю, как она работает, как она выглядит, но в итоге совсем не так. Чувак, я такой сейчас бред делаю. Я просто прошел карту 360 два раза. Не, как бы это ни было, но Инферно сложнее. Так, хорошо, я хочу пойти сейчас на мидл. Получается, я иду направо. Все, получилось. Слушай, да, она кажется немножечко уже, но это не так. Так, меняю карту на... Трейн. Слушай, трейн интересный будет. Не, ну пофаниться прикольно, чё. Слушай, на самом деле, если без шуток говорить, ощущения какие-то есть. Голова чуть начинает болеть, не, ну без, да, шуток. У меня мозг думает постоянно. Бро, я затирал. Ребят, какие ваши мнения насчет этой карты? Да типа даже разницу не замечают, бля. Вы заметили, что это зеркальная карта? Ну да, ну типа да. Бежишь на А, ты на Б. Путает дико, но кайфов. Такое ощущение, что ты как бы с другой стороны плента... Стоишь, понял? Вот как с трейном. Но у тебя как будто левая рука вместо правой. О, слушай, поставь левую. Кстати, левую, значит. А, кстати, что ты понимал бы, то, что она все-таки пропорциональная, ты можешь зеркало взять и посмотреть. Дось, возьми, да, телефон и посмотри по отражению. А, ну все, да. Изи катка. И вот так в телефончик играешь. Ну, кстати, нет, все равно, я жму вправо, он бежит-то влево. Да сейчас мозг взорвется, за какой-нибудь сомневаться.
Почему они так хорошо играют? Кто самый слабый игрок на FPL? Я, наверное. Не, не, на самом деле. Кто самый слабый? Такие же есть игроки. Я еще такое не встречал, если честно. Вверх-вниз. Чувак, я такой творю сейчас. Откуда? Я же не принимал. Что творится? Ладно, короче, я сейчас кейс хочу открыть какой-то. Открываю 5 кейсов подряд. Раз, два. Добрый день, блин. Вот сейчас перчатки, бро. Ты чё, не, ты не, шаришь не, за клатч не, кейс? Не, не, не. Вот сейчас будет желтое. Один, не. Два, три. И сейчас будет желтое, чувак. Да, забей. Ох, просто. Нахуя мы их открывать? Ладно, чуваки, идем дальше. Это был джиждроп. Я не знаю сегодня, что случилось. 20 тысяч рублей халявных. И они даже пришли. Я не принимаю трет это сделал. Я без понятия, что происходит. Это магия Муратаева. А мы идем дальше. Так, сейчас это у нас получается карта Нюк. Вот сейчас я почувствовал то, о чем вы говорите. Серьезно? Пошел, пошел процесс. Мозг Дости работает быстрее, чем наш. Ему понадобилось больше времени. Слушай, ну по нюку я пока... Хз, если забыть о том, что ты вообще играешь на карте, просто бегаешь вперед-вниз. Как забыть? Да, ты как будто на нюке играешь. Бэ! Они оба лов. Ой. Ай-яй-яй. Я тебе перемещу сейчас к себе. Раз, два, три. Да ладно! Как он мне дал? Не, это слишком жесткий чел. Бро, я тебе включил полет, летай. Понимаю, говорит. Слушай, ну кэш на самом деле какая-то странная эта карта. То, что ее переделали, у меня она ну, как-то вначале заходила, сейчас что-то такое. Слишком она зеленая. Вот так. Короче, ну от кэша таких эмоций вообще нет. Да, а будто просто левая карта реально. Слушай, короче, есть еще и оверпасс. Я думаю, что можно быстренько пройтись по нему и дальше уже поменять все карты. А, еще вертига есть. Ну, вертига мне так же сложно не будет. Я его так-то играл раз 10. FPL. Кстати, прикольно выглядит. У меня сейчас было такое ощущение, что это старая версия оверпасса. Вау, не-не, бро, оверпасс сложно. Оверпасс хорошо измененная. Да, ой, оверпасс очень хорош. Вау. Не, оверпасс тема, мне пока заходит. Прям. Дость, тебя чаще узнают теперь? Не знаю, я на улицу не хожу. А как, кстати, как крузак тебе? Ты купил, да? Крузак ништяк, да. А какого года взял? 9-го. А по цене как вышло? 1.7. О, не, чувак, реально, вот такое чувство, что это обычная карта. О нет, самая худшая карта стала еще хуже. Дость? Да? А хочешь сейчас самый главный прикол? Давай. Это карта без зеркалки. Нет. Да. Свинка, блядь, не стреляй мне. Свинья. Ой, блядь, прибежал. Да ты охуел, Денис. Пора на пенсию. Я и так на ней уже. А тебе в школу, блядь, пиздец, в сентябре. Ну и чё, кому там на пенсию? Алё, бля. Короче, вертика ничего не интересного. Сейчас я тебе покажу карту, где ты будешь большим, а карта максимально маленькая. Готов? Погнали. Выйди в ворота, я хочу посмотреть, какой ты. Ворота минул? Я не буду стыд. Ёбаный стыд. Воу. Ну хоть за ящиком. А, нет, блядь, не спрятала. Чувак. Я думал, я спрятал. Ай-яй-яй-яй-яй. Шорт, да, последний? Найс. Блин, это забавно, это правда забавно. Слушай, по сути, можно простреливать, и ты прострелишь в любом случае. Ну да, 100% вообще. С той ста попадешь. Мама.
Блять, они подсадились, бан. У тебя будет мираж такой же. Ну слушай, забавнее, конечно, маленький, да, карта? Ну, забавнее, да. Но, о, кстати, мираж не настоящий, то есть он переделанный. Это как будто стендов какой-то. Да, а, да. Не, эта карта прям очень маленькая. По-настоящему маленькая. Да, блядь. Везде враги, везде враги. Ребят, го, короче, все стаком на Б пойдем. Все, стак на Б, давайте. Мясо сейчас будет. Все. А. Нормально. О, стойте, стойте, есть классная идея. Вообще не стреляйтесь. Собираемся на Б, и начинается дуэль по команде. Займите позиции. На счет три готовы? Раз, два, три. А, Е. Доси, помнишь в 1.6 карту Face No? Ну, что-то такое было, да. Как думаешь, в CSGO она есть? Не знаю даже. В 1.6 я играл единственную карту, это Face No, больше ни во что. Поэтому прямо сейчас мы пойдем на эту карту. О, Face No. Блин, я начинал играть именно эту карту. Ты не играл эту карту? Я играл, ну типа просто бегал. Какая самая популярная карта была в 1.6 такого плана? 2000 долларов? Ну нет, у меня была дискаунтер. Вау, не знаю даже такое. Дося, а что за пульс у тебя на аватарке? Это здоровье мое. А что он означает? Как бы есть, но как бы надо задуматься. Блин, просто шикарная карта. И такая красивая, кстати. Короче, я за тобой буду следить, то есть. В следующем раунде, если ты сделаешь минус 8, я доначу тебе 8 тысяч. Стой, дай Алик, все, спасибо. Да, это заявочка. Они тебе мешают. Не мешайте, пацаны, не мешайте. Дося! Ты нашел человека, я не смог убить. Но я ладно, не умер. Даю тебе второй шанс, хорошо, давай. Три килла. Тебе еще 5 киллов, и ты выигрываешь 8 тысяч. Чё? Еще 3 килла? Да ладно! Найс. Так, то есть это старый Денюк. Легендарная карта. Слушай, ну она выглядит все-таки устаревшей. Вот здесь карта как будто чуть-чуть по размерам меньше, чем должна. Но все равно прикольно. О, всегда был челлендж этот запрыгнуть вот сюда. Это реально сложно. Куда? А, сейчас получается. Раньше были пытки. Это ностальгия сейчас будет люто. И старых карт какая тебе больше всего нравится? Ну, Кобл и нравится. Слушай, тут смотри, какая версия Кобла, потому что их столько было. О, а Мэншн, помнишь Мэншн? Мэншн, конечно. Хочешь Мэншн играть? По-моему, он не подстроен под CSGO. Оу, удалось. Застрял. Пуска. Вот по такой карте я скучаю. Почему ее так хвалят? Она же не она была сбалансирована. Балансная, хорошая карта. Похожа на 1.6 версия? Немножко похожа. Но там все было же намного проще и тупее, скажем так. В общем, Дось, ностальгия накинулась? Накинулась. Дось, ну что ж ты скажешь? Какие карты больше всего понравились? Больше всего зашло, наверное, где мини-карты. Где ты большой, блядь, еле-еле заходишь в ворота. Я тебя понял. Ребят, это был Дося, и это был Сайбершок.